Селфи, селфи, селфи. Фотографии под хэштегом «Молодежь рулит» — так называемой меткой для социальных сетей, ростовский символ Всероссийского дня молодежи. Делали их на каждом шагу, парочками, компаниями, единолично. Более 35 тысяч ростовчан и гостей города собрались на набережной посмотреть красочное шоу, подготовленное Комитетом молодежной политики Ростовской области. Хочется сказать спасибо за такой праздник. На самом деле, я не рассчитывала, что будет такое мероприятие. Я думала, просто приду на набережную, будут люди. У нас очень крутая молодежь. Я думаю, самая лучшая молодежь вообще в России. Молодежь рулит! Ростовские исполнители и музыканты, играющие в разных направлениях, от регги до джаза, поддерживали праздничное настроение до самого вечера. Однако главная задача мероприятия – объединять молодежь Дона под эгидой спорта, любви к родной земле, уважения к старшим. Почаще думайте о том, что как будто на вас мама смотрит. Вот задумывайтесь об этом. И не забывайте о том, что счастливым можно быть каждый день, каждую секунду, и для этого ничего не нужно, просто жить. Напомним, Ростовская область является одним из самых молодежных регионов России. Здесь живут, учатся и работают около миллиона людей в возрасте от 14 до 30 лет. Подобные акции проводились в этот день во всех районах области. Но 6 часов конкурсов и музыки на набережной – молодежная программа «Максимум». Ульяна Луценко, Андрей Токарев, на Дону.